12 суток ареста получил нетрезвый бесправник с Кутузова, который торопился к любимой женщине и устроил массовое ДТП. По данным ГИБДД, водитель Nissan разбил 3 машины, при этом в его салоне находился его 6-летний сын и еще один пассажир. Повезло, что ребенок был в автокресле. С места аварии его забрали родственники. Алкотестер показал у виновника ДТП чудовищное превышение более 1 промилле. Мужчина признал, что до этого, прежде чем сесть за руль, пил крепкий алкоголь. А сына забрал у бывшей супруги и вез в гости к новой пассии. Но далее еще несколько коротких новостей. Красноярские таможенники задержали мужчину, который вез в Монголию монету 18 века без разрешающих документов и декларации. 25-летний житель Тувы прятал редкий образец чеканки Екатеринбургского монетного двора времен Российской империи в бардачке машины. Теперь может заплатить штраф в 2500 рублей. По стоимости монеты до 1500. Мэрия забронировала землю для расширения улицы Елены Стасовой. Это участки от Чернышова до Плодово-Ягодной станции. На земле нельзя будет возводить жилье, производственные и прочие бытовые здания. Проектировщик реконструкции дороги – компания «Гражданпроект». Улицу расширят до 4 полос и соединят с автодорогой до улицы Становая в сторону Бугачева и Авинного. В этом году юбилейный 20-й фестиваль «Мир Сибири» пройдет с 11 по 14 июля в Шушенском. Даты анонсировал министр культуры края. С четверга по воскресенье гостей фестиваля будут ждать фольклорные номера, сотни артистов и мастеров. В прошедшем году марафон живого фолка собрал почти 78 тысяч гостей. Новый список хедлайнеров станет известен весной. Аэропорт Красноярск поставил рекорд по наращиванию пассажиропотока. За 2023 год наша гавань приняла и переправила более 3 774 тысяч человек. Рост составил 22%. Почти на 460 вылетов за год стало больше. Самыми популярными направлениями признаны Москва, Новосибирск и Сочи. И еще одно направление появилось из аэропорта Красноярск в китайский курортный город Санья на острове Хайнань. Рейсы запустят в конце января. Улететь по новому направлению можно будет 2 раза в неделю аэрофлотом. Время в пути около 6 часов. Информации про стоимость билетов пока нет. Сейчас из Красноярска в Китай уже летают прямые рейсы в Пекин и Харбин. В Красноярске стартовал конкурс «Учитель года». Педагог-победитель получит 300 тысяч рублей. 2 месяца участники будут проходить испытания. В отборочный этап прошли 82 педагога из 65 школ города. Победителя объявят в марте. Также в этом году выберут воспитателя года, лучшего педагога доп. Образования и лучшего классного руководителя.